Жителям дома 105 по улице Винокурова в этом году, можно сказать, повезло. В их дворе делают ремонт дороги, а еще, наконец-то, решили проблему с ямой у торца дома. Главному инженеру Фарзалиеву написали заявление, чтобы он около придомовой территории привез нам землю для устранения оврага для жильцов, для удобства жильцов. На месте ямы теперь усыпана землей, жители собираются посадить цветы или кусты, словом говоря, облагородить территорию вокруг своего дома. Попросим жителей Винокурова 105 и председателя данного дома Юрия Александровича. Компания НКТВ оказывает помощь и привезла сюда плодородную землю для того, чтобы разбить клумбу на данном участке. Проект как бы такой маленький начали и будем его продолжать и поддерживать наших горожан в стремлении, чтобы украсить наш город. Главный инженер компании «Новонет» откликнулся и на просьбу жильцов 25-го дома по улице Строителей. Активистка дома Алексеева Валентина Леонтьевна сетует на то, что земля на клумбах очень скудная и растения здесь плохо приживаются. Большое желание посадить здесь розы, пионы и вырастить настоящий цветник. Вот в течение 5 лет я добивалась, чтобы землю привезли, потому что у нас тут земля очень плохая. 10 сантиметров всего и все, и одни камни. И что сажаю, все время вянут цветы. И решила обратиться к Олегу Фазалиеву. Вот. И вот он мне сразу же кликнулся и привез землю. Я очень рада. Мы все рады, наверное, будем, жильцы, что он привез. И будем выращивать цветы. Активно жители двора уже после доставки земли распределят грунт по клумбам. А мы в наших выпусках новостей покажем результат, который обязательно и вас вдохновит на благоустройство своего двора.